И слава Богу. Так, Владимир Зимин. Уважаемый Валерий Константинович, вот собрался отчитаться. Заказал, внимание, это пойдет уже, как сказать, арифметика. Косточки абрикосов, вишни и сливы, яблони и сибирки. Поставил на сертификацию 3 февраля и угадал. Запоминайте, учеба. К посадке 6 апреля. 2 месяца и 3 дня, правильно? По железу. Все проклюнулись, как вы рекомендовали, кроме вишни. Из 25 маньчжурских зашли все 25. Так, то есть 25 маньчжурцев посадил, 25 зашло. Теперь так, Амур и Артема зашли 20. Дальше, хуже, лучше, меня вот это я хочу на этом остановиться. Самое важное для нас сейчас современное. Вы понимаете, когда Путина привезли этот самый, на Кубань и сказали, посмотрите, как у нас это. И вот такие яблоки ему на стол. Лапшей было столько. Почему не спросила, почему тогда, ну он же не ходит по рынкам, почему тогда на рынке, в лучшем случае Средняя Азия, все-таки как бы наши ребята. Ну, я встречаю, я сегодня покупал эти типа валенок на рынке, то ли у таджика, то ли у узбека. Как он передо мной расстилался, он мне расстегнул эти самые ботинки, он напялил на меня все, он это самое, вот, понимаете, они почти мне родные. Я видел таджиков, которые помогали, спасали. Отношение к старикам, к старшему, у них святое. Мы это сейчас только, ой, я сейчас было, показывали сейчас по телевизору, у вас давление 200 будет, это ужас какой-то. А там-то все, вот, и мне, ладно уже, мы у них покупаем, да. Но мы покупаем в Евросоюзе. Мы его проклинаем, я не хочу про политику. Но они же так же, из 40 обработок, я вот о чем. Ну ладно бы там побольше бы в этой Средней Азии. Я говорю, еще раз, кстати, вот такие ребята. Вот, экономику страны сейчас они поддерживают, сами знаете. Без них сейчас бы в грязи бы утонули. А это тоже экономика. И вот я к чему говорю. Давайте когда-то сами. Путин не спросил, почему завалено все импортом. Ну, показали, мы угостили яблоками. Программу составили. Переход на отечественное отравленное. Ладно, я сейчас самое уже заканчиваю наше время. Я сейчас вот из этого сделаю конфетку. Смотрите. Итак, 25 маньчжурских, все зашли. И 20 Амуром Артемов. Получается, из 50 45. Ладно. Я беру, ну, это он, например, 50 купил. Допустим, он бы купил 100. Результаты какие бы у него были? Только умножить на 2. Я же ничего не преувеличиваю. Ни на одну цифру. У него получилось бы из 190. И вот он сидел бы и думал. Да, вот, видите, он мне выражает благодарность. Кстати, вот видите, как была эта Калуга. И Калужская область, где считается ничего растений. Мне звонят с Калуги и говорят, вы знаете, ну ладно, там у соседей. У нас сроду ничего не росло. А уж про абрикосы и Путин не спросил. Где абрикосы в Подмосковье и так далее. И вот получилось, допустим, 90. Убить их практически невозможно. Амур Артем это культурное растение, но у них половину, честно говоря, у них половину гена это от маньчжурца. Их тоже убить невозможно. А уж Калужская область, чтобы замерзли, об этом речи нет. Проходит 5-6 лет, и у него, допустим, хватило места для того, чтобы их рассадить. Проходит 5 лет, ну, 7 лет, каждый даст по 10 ведер. Так, по 8, по 10, по 12 ведер. Умножаем на 90. Это только один сад. А теперь давайте переведем 100. 90 и 100, я ничего не думаю. Попробуйте сказать, что я ошибся хоть на единицу. 90 и 100 по этой системе бы зашло. Кстати, может быть, даже больше. Потому что следующих 50, может быть, выше был бы результат. Ну, ладно, средний 90. Вот. Давайте посчитаем, сколько ему это обошлось. Ну, он 50 заказал, а там еще кое-что. Ну, допустим, 100, мне так удобнее считать. 2500 рублей. Это если мы еще эти. Вот.
Ну, ладно, скажете, преувеличиваю. Берем те же цифры. 45 зашло у него. Так. Он потратил на эти 45 по 25 рублей. Ох ты, куда ты их? Ага, вот так. Он потратил на них 1125 рублей. Три бутылки водки и то отравленные. Я ничего не преувеличил. 45 деревьев, взрослый сад и культурная, и полукультурная. И нет никакой гарантии, что не будут вот такие. Вспоминайте, у них, где эти культурные, то есть непривитые оказались крупнее культурных. Только сейчас письмо было, так нет? И вот эта цена. А если бы все 50, он же 55 штук не взошло. Он потерял сколько? 5 на 25. Он потерял 125 рублей. А то бы все 50 зашло. Вот. Я ничего не выдумал. Владимир, спасибо за это письмо. Спасибо вам за то, что меня поблагодарили. Я эту благодарность заработал. Мне там все записывается. Там своя бухгалтерия. Там не получится. Миллиард украл. 2 миллиона на церковь пожертвовал и поехал покупать этот футбольный клуб или этот самый. А задобрил церковь. Ага, вот. И вот получается, вот это вот письмо, я не выбирал его. Оно пришло и пришло. Пришло и пришло. Ну что, время наше истекает. Отвечу еще на один. Кстати, у меня кончается, еще раз говорю, Амура Артема немножко еще есть. Сыновья Манжурца есть, сеянцы Амура есть. Вот как раз как у него, вот такие вот. А какая скорость вы видели? Вот я вам скажу, что к Новому году у меня ничего этого не будет сейчас. А к весне, я же не говорю, там обострение начнется. А высылать будет нечего.